С вами снова белорусские лотереи. Кто яны пераможцы белорусских лотерей? Это те, кто живет рядом с вами. Это ваши друзья, соседи. Сустракайте счастливых гульцов и пераможцев самой народной лотереи. Вы знаете, наверное, чтобы выиграть, надо все-таки покупать изначально. Пошел, купил, проверил, выиграл. Мы очень обрадовались. Когда просто никогда не выиграли ничего, поэтому мы так поверили и обрадовались очень сильно. Дети все обрадовались. Поначалу как-то было не поверил. Я сначала не поверил в это. То есть, ну, проверял с телефона, подумал, что это, ну, какая-то шутка или... То есть она не верила, что она выиграла, так как никогда не выигрывала. А семья не поверила, что мы выиграли. Вот, теперь приеду, докажу, покатаю. Она верила в то, что он будет выигрышный. И у нас все получилось. И, наконец-то, повезло. И бриллиант, и 1005 рублей. Вот, забрала свой выигрыш и еду домой, ждите меня. Хотела выбросить, подружка сказала проверить. Получился неплохой подарок ко дню рождения. А проверил 1 числа, в день своего рождения. Эти деньги я потрачу на семью, на внуков. Андрей и Светлана, ну вот и сбылась мечта всех игроков. Автомобиль теперь ваш. Спасибо большое. Мне на Новый год подарили подарочек. И там лежала лотереечка, пятерочка. Положила под елочку, двоечку. Выиграл сын. У меня лотерейный билет упал прямо к моим ногам. То есть раньше я не покупала ваше лото. Секрет успеха в том, что нужно верить. И рано или поздно вам тоже повезет. Ваше лото можно выиграть не только по билетам, но и по невыигрышным билетам. Я уже выиграла не первый раз. И выигрывай уже третий раз. Покупай билет, повезет. А не будешь покупать, не повезет. И вот мои мечты сбылись. Вот второй выигрыш. Крупный выигрыш. Деньги хорошие, потратим на строительство дома. Я не могу сказать, на что я потрачу выигрыш, потому что жена мне еще конкретно не сказала. Играйте и выигрывайте. А махчима в наступном сюжете опынитесь именно вы. До встречи!